impotent. У кого ноги не работают? Я повелеваю ногам сейчас во имя Иисуса. Укрепитесь! Rise up and walk. Поднимись и ходи. Rise up and walk. Поднимись и ходи. Some one leg shorter than the other. Поднимись! I command that short leg to grow out. У кого короткие ноги, одна короче другого. Of your body to receive strength and health. Lord, bring your power down. Имя Иисуса. Lord, bring your power down. Господь, пускай твоя сила действует. Lord, I command that miracle. I command that healing. Я высвобождаю исцеление по этому залу. От начала до конца зала. Освобождение каждого человека. Имя Иисуса, потверди это чудо Божие. Спасибо. Thank you, Jesus. Благодарю тебя, Боже. Благодарю тебя, Боже. Скажи спасибо тебе, Иисус. Во имя Иисуса, благодарю. Каждый сказал. Amen. Аминь. Воскликните Богу, аминь. Благодарю Бога за исцеление. The miracle is there already. Все. Уже происходит. Проверяйте себя. If you couldn't see before, just open your eyes, now you can see. Кроме Бога, хорошо видеть, начните видеть. If you are lame, у кого ноги не работали, наставленные ноги, пробуйте. The power of the Lord is there already. Помогите им пробовать. Any swelling you had in your body before, если у вас опухоли тела, you can check up now, the swelling is gone. Раз давите, это опухоль, они исчезают. You couldn't hear before, check up, everything is done. У кого уши не слышали, you had anything like mental problems, закройте хорошие уши, вы слышите нас. Mental attack. Тоздец привел людей. У кого головой, проблема с головой. All demonic oppression is gone. Шизофрения. Господь сейчас исцелил таких людей. That suicide spirit is cast out. Человек, у кого дух самоубийства. And now great miracles are taking place. Ушел этот дух сейчас. See what the Lord has проверьте done. Себе, проверьте then себе. Come and testify to откройте the глаза, and the glory откройте of God. Уши. Церковь. Ноги так болели, что еле пришла, еле привели. Сейчас ноги отошли, все получило исцеление и исцеление от глаукомы и катаракты. Подтверждаю, принимаю, Господь. А есть, вы можете считать сейчас? I had horrible pain in my legs. I could hardly come here, but now I don't have any pain, and God also healed me from glaucoma and cataract. Можете считать? Не могу, потому что я очень много плакала. Специальное служение. 21.05.2011. Вы говорите, вы не можете, но вы читаете уже. Читаю, читаю, да. Слава Богу, she читаю. She couldn't read before, but now she can read. Да. Очень много... Добрый день, церковь. Была опухоль на локте. Нету. Wow. Нету. Yes. Нету. Пастор. No tumor. She had a, he had a growth. Ну, я очки снял, померил. He had a growth in his hand, in his elbow. But the growth totally disappeared. I can't see any growth. It's disappeared. Да. And now I can also снял, read. Снял, поверь. He said, look, look at my glasses. Снял it's очки. A thick glass I used to пастор. Use, but now I don't need it anymore. Now I can read without it. Чувствовать. Вот как пастор, вы говорили, что глаз у вас, и вы не обращали внимания ну, на цель. У вас тише цель, в зале, тише вы в зале. Исполняете свое призвание, и я тоже как ну, иду в этом, и ну, не обращаю внимания. Но иногда оно напоминает о себе, потому что чувствуешь. И вы знаете, слава Богу, сейчас Господь прикоснулся, я слышу. Вся слава нашему Господу. Well, she had in three months ago, ear became deaf, so she stopped hearing in the right ear, but now she could hear perfectly well. У меня болела голова. Сейчас у меня все в порядку. Дякую Богу. I was having a very big Дякую headache, вам. But now Дякую I'm fine. Богу. I don't have any headache. Glory to God. Меня зовут Никита. Я дергал плечами, теперь не дергаю. This show. Nikita had nervous problem. He couldn't just stand like this. He was always shaking because of nerves. But now he's no more shaking. He's standing straight.
После травмы, там трещина была в кости, меня рука не разгибалась, уже 4 года ходила про кистах. Оно уже не болело, конечно, абсолютно. Сейчас я сама обделена. А давайте, попробуйте. Rachel, she said she had an accident, and after the operation, her hand remained like this. It couldn't stretch, she couldn't stretch it, she couldn't bend it. It was not paining her, but it was stiff, stiff like this. But now she could stretch it up and down. Спасибо вам, что вы есть на свете. Спасибо большое. Честное слово. Не нам спасибо, Богу спасибо. Я не думала, что такое получилось. That lady that we just released, she was talking like somebody who is coming for to the church for the first time, because she's calling the church. I was giving the paper to come to the organization. I came here, but I never expected that anything would happen to me. But my aunt, I'd been paralyzed. I couldn't use my arm, but I never expected this could happen to me. How did it happen? She was saying, and now I can raise it. I can even raise it. Look, it's coming up. I can raise my hand. So that's what the lady was saying.